торгова точка под открытие, Городенко, центр города. Торговая точка вот как раз прямо находится возле пешеходного перехода. Значит, аптека, приватбанк, рядом продуктовый магазин. С левой стороны находится базар. На базаре есть конкурент Элика. Скажем так, по таким данным от продавца, который особо не стеснялась рассказать про выручку, 6-7 тысяч торгую. Копеечка. Торговая точка будет готова до понедельника, то есть число 10-11 уже будет сдана с ремонтом